О Верховной Раде потребовали от Дмитрия Добкина сложить мандат из-за скандального видео. Он обмыл покупку турпоездки прямо на заседании Верховной Рады. Повод для радости серьезный. Не каждый день приобретаешь тур за 135 тысяч евро. Правда, в какую страну, непонятно. Экран своего гаджета народный избранник прикрыл рукой. От посторонних взглядов депутат решил скрыться за колонной, что-то принял и потом начал вести себя слишком нервно, словно в состоянии наркотического опьянения. Народный депутат Семен Семенченко предположил, что Добкин принимает таблетки во время заседаний. Добкин-старший прокомментировал странное поведение брата в Раде словами «ему нормально». Но на кадрах видно, что нардеп не может успокоиться, щелкает пальцами постоянно, лихорадочно облизывает губы, трясет головой в такт музыки, которую слышит только он. Что за вещества принял депутат, остается загадкой, но чувствовать себя он стал явно по-другому. В метро мужчина пытался провести